Сразу сходу, что это за идеальное состояние топки банной печи? А это 13-летняя Варвара в домашней бане, постоянно используемой отца-основателя, собственно говоря, Варвара. И сегодня речь пойдет о печи, которую мы будем смотреть и осматривать. 13 лет, толщина шестерка, сталь СТ-3. И еще раз посмотрим. Как вы видите, все по красоте, швы нигде не разошлись. Вот, 13 лет. Такие печи уже сейчас еще в более лучшем варианте модернизированы, называются классика. Погнали в парную. Вот Денис. Да. Вот комната отдыха. Дымоход здесь загнан в шахту. Печь, которую мы уже посетили. Сейчас очень много различий, там и ручки другие, и регулировка подачи воздуха есть на дверцах. Но смысл в том, что идем в баньку, посмотрим, как что сделано. Как вы видите, пользуются постоянно. Мокрая зона. Но душевая тоже переделана. Да. Да. В бане были ремонта, это естественно за 11 лет. Ну, так сказать, классика, дачный вариант. Здесь порядка 12 кубов. Есть вон вентиляционный клапан. Ну, как все раньше, вот делали там 3 яруса полков. И па-пам! Ну, вот. Полки, кстати, вот это подпарение мы делали уже тоже. Опять же, переделывали. Кто бы спорил? Однозначно. Вот виновница торжества. Как видите, она подзаляпана маслами. Да. Изначально она была в металлическом кожухе. Мы потом впоследствии ее сняли и обложили ее камнем. То есть поставили на нее облицовку. Здесь сделали богато. Кари и Тити. Звездное небо. Ну, что, надо разбирать, досмотреть. Поехали. Поехали. Какие интересные вещи. Похоже на кассету из нержавейки. О, что это такое? Нет, это не кассета из нержавейки. Что там внутри? Там, ну, аккумулирующий материал какой-то, камень, что-то такое. Наливаешь сюда воду, оно испаряется. Но вообще, как бы, я как бы делаю, я изначально сюда воду заливаю, и она за счет кипения, то есть как бы... Пароиспаритель, да. Офигеть. То есть здесь она дополнительную влажность сюда добавляет. А вот это ее горловина. Ну, это самое первое, что я делал, да? Маленечко неправильно сделал, надо было с гидрозатвором делать, то есть когда она уже прогреется, начинаешь сюда вливать, она будет выплескиваться. И таких две штуки. Угу. Справа и слева. Интересная штукенца. Ну, конечно, тут не нужно говорить про пар, там, который невидимый, там, еще что-то. Это, нет, вот, ну, это для получения дополнительной влажности. Да. Для увлажнения. Так, пока добираемся до дна, пару вопросов. 13 лет, как часто пользуются баней? Ну, раньше очень часто пользовались, то есть всей семьей. Сейчас вторую поставили, ну, пореже. Часто это сколько? Ну, когда как. Ну, раз в неделю точно. Раз в неделю точно. А чем топите? Только березой. Только березой. Ага, вот уже видно. Так, вот она красота. Видим, что вода достаточно жесткая, тверская, и каменка вся белая. Итак, сейчас вынули все камни. Состояние камней идеальное. Нигде ничего не поколото, ничего не случилось. Конечно же, камни меняли и до этого, но наше дело сейчас посмотреть состояние печи, объяснить, почему, что, как. Куда-то я не смогу подлезть, что-то могу показать. Вот тут камень один не смогли вынуть, да и ладно. Значит, первое отличие от современных печей, которые делаются, это то, что сейчас металл гнется.
А вы видите здесь везде сварные швы. Сейчас их... преимущественно вот здесь, вот да. Здесь. Вот это сейчас это монолитом идет вот этот зал. Да. Значит, вторая вещь. Смотрите, здесь отверстие конвекционное, здесь конвекционное отверстие. От перезалива, почему здесь на дне каменки все нормально? Вот вопрос, почему? Потому что излишки воды, они уходят... Сейчас покажу куда. Вон туда вот. Тут отверстие, и лишняя вода попадает на раскаленную каменку, из нее превращается в пар, или то, что не превратилось в пар, уходит просто на пол. Причем она по четырем сторонам уходит. Она уходит и сюда, в переднюю часть, и справа, и сзади отверстие есть. То есть, как бы она со всех сторон, с четырех сторон воздух поступает, и как бы сливается вода также с четырех сторон. То есть... вода не застаивается на дне, она просто сливается. Да. И поэтому вот так вот все хорошо и выглядит, несмотря на очень большое время. Толщину стали, вы видите, вот мой большой палец, толстенная сталь. И из такой же стали все вот и сделано. Это, повторю, не нержавейка, это углеродка. Шестерка. Но здесь-то оно видно, что она сварена из двух, две пластины. Вот она. Первая пластина сварена, и вторая пластина, то есть состыкована. Да. А сейчас все еще намного круче, потому что это вот достаточно старинные разработки. В принципе, если кто понимает, знает печку паровоз, это одна топка, это вторая топка, соединены. И те камни, которые лежат между топками, они очень хорошо нагреты. Вот это вот тоже хорошо нагрето. Вот этот вот ларь. Он не нагревается о топку. Это всего лишь ларь. Где? Вот не скажу, ничего так, подобного. Ну-ка, ты не прав, Анатолий. Давай. Смотри. Где нагревается? Огонь, проходя вот по этому, в топку заходя, так. Он выходит вот в два угла, вот в этих местах. Так. Вот в этих местах. Отсюда он проходит вот сюда, вот по этим, прям по этим каналам да, идет, уходит вот сюда и потом извините, идет. Извините, я был неправ. А я думал, это просто ларь, как знаешь, вот просто ларь и все. То есть нагрев идет еще вот с этих частей. Охренеть, вот тогда это да, тогда это да. То есть, в принципе, здесь все элементы, вот все вот эти части конструкции, они все греющие. Через них, через все проходит огонь. Ага. То есть нагрева нету только сверху. Да. О. А где сверху? Где? Вот только здесь, вот да, сверху. Да, вот да. И то от трубы часть еще нагревается. Кстати, что за труба? Черная труба, наш производство, там 3,5 мм мы до сих пор такие делаем. Варвара. Качество. Quality, что надо. А, собственно, на этом ролик закончен. Мы разобрали печку, посмотрели, все показали. Тебе есть что добавить? Да, что еще добавить? Срок службы сам за себя говорит в целом. Сами видите. Никакой мистики, никакого фотомонтажа, никакого искусственного интеллекта. Все сами посмотрели. Ну и, собственно говоря, ссылка снизу на качественного производителя.